Добрый день, друзья! С вами на связи Вероника и Гармина. Я хочу рассказать, что для нас сотрудничество с компанией Oriflame, что она нам дает. Многие говорят, что это компания лохотрон, что здесь денег не заработать. Вот, ребят, хочу вам наглядно показать, что у нас получилось за несколько лет работы в компании. Во-первых, я являюсь индивидуальным предпринимателем с 2010 года. Гармина Вероника Владимировна, номер свидетельства. И к этому свидетельству у меня еще прилагается договор возмездного оказания услуг с компанией Oriflame. Договор возмездного оказания услуг 530-21-97. Договор у нас каждый год обновляется. И что у нас в этом договоре есть? Общество с ограниченной ответственностью Oriflame Cosmetics. И Гармина Вероника Владимировна, предприниматель, с другой стороны, заключили договор о возмездном оказании услуг. То есть, согласно этому договору, мне каждые 3 недели компания на счет перечисляет деньги. Многие получают огромное удовольствие от покупки машин, шуб и так далее. Нам большое удовольствие доставляет покупка недвижимости. Ребят, и вот то, что у нас получилось приобрести за 2014 год. Итак, начнем с небольших объектов. Первый объект, который мы приобрели 25 июля 2014 года, это долевое участие в строительстве, то есть дом у нас будет в начале 2016 года уже сдан. Итак, что у нас здесь есть? Гражданка Гармина Вероника Владимировна, то есть здесь все мои реквизиты. И объектом покупки у нас является однокомнатная квартира, маленькая малосемеечка в новом микрорайоне, в новом доме на 14 этаже, общая площадь небольшая 1887. И я вам хочу показать, то есть, что она из себя представляет. Вот здесь вот у нас есть на картиночке, то есть здесь вот как раз зачеркнута наша квартира. Вот, то есть здесь у нас небольшой санузел 3,76, коридор небольшой 1,43 и комната 12,20. К этому еще прилагается лоджия почти 3 квадрата. Ну, я вам потом покажу, как у нас на лоджии тоже оформлена кухня. И вот здесь вот можно сделать великолепную вообще однокомнатную маленькую малосемеечку. Вот этот вот объект мы взяли на продажу, чтобы вложить деньги, которые мы зарабатываем от компании Oriflame. То есть вот это вот у нас первая покупочка такая вот была за 2014 год. Второй объект у нас побольше, да, то есть покупка была совершена 22 сентября 2014 года. Тоже это участие в долевом строительстве. Строится новый кирпичный дом в микрорайоне в новом квартале в городе Барнауле. И что у нас здесь объект недвижимости? Объект недвижимости — город Барнаул, индустриальный район, улица Ускова, дом 40. Здесь у нас в третьей блок-секции на 8 этаже куплена однокомнатная квартира, которая тоже будет сдана в 2016 году. Площадь квартиры без учета лоджии 35,3 квадратных метра, плюс там еще входит большая лоджия. То есть, и давайте посмотрим, то есть какой у нас будет эта однокомнатная квартира. Вот она у нас. Так, вот здесь вот заходим. Перегородок в квартире не будет. То есть отгорожен только санузел. Санузел достаточно большой. 3,87, почти 4 квадрата. И дальше, то есть у нас идет вот такая вот квартира. То есть можно будет сделать перепланировку. То есть стены можно поставить как угодно. И плюс еще здесь у нас лоджия 4,03. То есть вот такой вот. Большая тоже лучшая. Вот. Вот это вот у нас покупка однокомнатной квартиры в новом микрорайоне. Идем дальше. Это еще не все. Далее вот такой вот тоже мы купили прекрасный объект недвижимости. Покупка 22 сентября 2014 года.
Договор застройщик с гражданкой Карминой Вероникой Владимировной. И объект у нас строительство. Объект строительства, то есть в том же доме, в том же микрорайоне, по город Барнаул, индустриальный район, улица Ускова, дом 40, была куплена двухкомнатная квартира, 9 этаж. И здесь у нас квартира, квадратные метры 52,19, плюс еще сюда входит тоже большой балкон. И давайте посмотрим, то есть, что она у нас из себя представляет, эта квартира. Вот такая вот шикарная квартира, то есть можно будет из нее даже сделать и при желании трехкомнатную квартиру, то есть здесь тоже стен нету, может свободная перепланировка, дом кирпичный. Итак, вот здесь вот мы заходим, большая прихожая, большой два санузла, то есть один санузел 1,90 и большая ванная, то есть 3,23. Здесь у нас три окна, то есть можно поставить, как я уже сказала, стены по-всякому. То есть здесь, ну, на проекте предполагается кухня, спальня и большой зал. То есть можно сделать разную перепланировку и балкон 4 квадрата. Вот такая вот шикарная двухкомнатная квартира тоже вот у нас куплена в прошлом году 22 сентября. Но это, ребята, еще не все. Еще один объект недвижимости, который мы приобрели, очень довольны и счастливы. Это у нас, ребят, дом. То есть дом, который полностью у нас благоустроен, то есть с ремонтом, с газовым отоплением. И здесь у нас этот объект недвижимости у нас оформлен на супруга. И Гармин Дмитрий Александрович. Покупка была сделана 24 декабря 2014 года. И что у нас здесь есть? Жилой дом, площадь 90 квадратных метров. То есть здесь у нас есть в пригороде прекрасный коттеджный поселок. И вот там вот как раз мы купили. Город Барнаул, село Власиха, парадная, дом 40Б. Итак, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, у нас здесь есть земля, то есть 5 соток земли в собственности, оформленная на Гармина Дмитрия Александровича. Тоже сделка 24 декабря 2014 года. И вот такой вот у нас дом тоже я вам хочу показать. То есть застройщик у нас Элитстрой. Вот такой вот прекрасный жилой дом мансардного типа. Он двухэтажный. На первом этаже у нас находится котельная, то есть у нас здесь коридор, то есть большой зал, большая комната и кухня 10 квадратных метров. Два выхода в доме, то есть один выход со стороны дороги, а второй выход уже в огород, да, то есть на участок. И второй у нас этаж, здесь большой коридор и две большие просторные комнаты. Одна комната 13 квадратных метров, другая комната почти 20 квадратных метров. Вот такой вот красивый у нас дом с черепицей, с отделом сайдингом. То есть прекрасная вообще вот такая вот объект недвижимости. Вот такие вот у нас покупки, ребят. Кто-то говорит, что Oriflame — это лохотрон. Ребят, вот эти вот все объекты были куплены на деньги, заработанные в компании Oriflame. Дальше мы с вами сделаем еще экскурсию по нашей новой квартире.